Приветствую вас и вашему молодому человеку удобно. Ему удобно встречаться и с вами, и с другой девушкой. И вы спросите себя самостоятельно. Вот. Вас устраивает, что он делит вас с другой? Вас устраивает, что молодой человек, по сути дела, не любит ни вас, ни другую девушку? Вас устраивает, что вами пользуются? Вас устраивает, что молодой человек держит вас в подвешенном состоянии? Для того, чтобы перестать быть в таком состоянии, нужно сказать четко и ясно: дорогой, ты мне нравишься, или я тебя люблю, но, пожалуйста, определись уже, с кем ты будешь, со мной или с ней. И до тех пор, пожалуйста, ко мне не приходи, ко мне знаков внимания не проявляй, пожалуйста, не нужно, это оскорбительно для меня. Вам необходимо позаботиться о своем достоинстве. Ведь то, что мужчина делает, он вас унижает. Он, по сути, прививает вам привычку быть не первой для мужчин. Делить его с кем-то. А это очень плохо для женщин. Это очень плохо для личной самооценки, для уверенности в себе. И поэтому мужчине нужно так и сказать: уходи, пока не сделаешь выбор, не возвращайся. И все. И тогда мужчина, если он вас любит действительно, выбор сделает, потому что поймет, что без вас он не может быть. Либо наоборот, останется с той девушкой. Но до тех пор, пока ситуация будет вот такая, ему будет откровенно удобно находиться в таком положении. И вам здесь еще нужно задать себе вопрос. Вот эта ситуация, которая происходит, она кому, простите, выгодна? Вам, той девушке или мужчине? Я думаю, не нужно говорить, что она выгодна мужчине. Только он получает выгоду от нее. Не вы, не та девушка. Соответственно, мужчина думает только о себе здесь. Соответственно, мужчина ведет эгоистичную политику поведения. А если это так, то он не думает ни о вас, ни о той девушке. И вы обе, к сожалению, ему не нужны. Он просто вами пользуется. Но если вы хотите подтвердить или опровергнуть подобное утверждение, то подумайте о своем достоинстве. Начните, наконец, скажите: да что ж такое, почему я делю этого мужчину с кем-то еще? Я не должна его ни с кем делить. И скажите им: вот ты прими решение, а потом приходи. И когда вы увидите, какое решение он примет, а здесь не нужно ждать от него какого-то словесного решения. Мужчину характеризуют не слова, как это ни странно. Мужчину характеризуют поступки. Если он к вам не вернулся, значит бросил. Если он к вам не вернулся, значит предпочел кого-то другого вместо вас. И это его выбор. Оставьте его с этим выбором и живите дальше. Но в обязательном порядке постарайтесь понять, почему вы не можете отпустить этого человека. Что он вам такого дает? Что он вам предоставляет такого, что вы получаете от него и без чего вы не можете? И постарайтесь получить это самостоятельно. Тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.